for Nalami. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую вас в Академии единоборств РМК в городе Екатеринбург. Представляю вам турнир по профессиональному боксу, организованный промоутерской компанией RCC Boxing Promotions при поддержке губернатора Свердловской области, Уральского банка реконструкции и развития, а также Михеевского горно-обогатительного комбината. Супервайзер турнира Сергей Хурсанов. Дорогие друзья, сегодня нас ждет 9 пар бойцов. 9 ярких и зрелищных поединков. И поэтому под ваши аплодисменты мы начинаем! Итак, представляю вам первую пару нашего турнира. Шестираундовый бой в суперлегком весе до 63,5 кг. Встречайте в синий угол ринга бойца из России, город Екатеринбург, Алексей Конюков! В красный угол ринга приглашает своего соперника боец из Узбекистана, город Уйчи, Али Тургуналиев. Дамы и господа, представляю вам соперников. В синем углу боец из России представляет город Екатеринбург. Ему 20 лет. Рост 170 сантиметров, вес 63 килограмма, 500 граммов. Дебют на профессиональном ринге. Приветствуйте, Алексей Конюков! В красном углу ринга его соперник, боец из Узбекистана, город Уйчи. Ему 22 года. Рост 177 сантиметров, вес 64 килограмма, 800 граммов. Профессиональный рекорд. 4 боя. 3 победы, 2 одержанные нокаутом, 1 ничья. Али Тургуналиев. Рефери Дмитрий Болдырев. Добрый вечер, друзья. У нас стартует вечер бокса RCC Boxing в Екатеринбурге в Академии единоборств РМК. И на ваших экранах участники первой пары. Первого поединка, абсолютно верно. Синий угол. Алексей Конюков вышел, он на короткую замену. Сегодня у него профессиональный дебют. Ну а его соперник Али Тургуналиев был представлен. Представляет он Узбекистан. 3 победы на его счету, 1 поражение. Ну и вот мы смотрим начало первого раунда. 4 раунда по... А, прошу прощения, 6 раундов по 3 минуты запланировано в этом бою. Ну и рефери в этом поединке. Как известно, рефери самой крепкой челюстью у нас. Не бьем по спине. И очень активно вперед пошел Али Тургуналиев. Ох, два таких тяжелых удара пропускает здесь Конюков. И поединок снимает. Остановлен. Действительно, не был он, видимо, готов до конца к этому бою. И слишком коротким получилось. Тургуналиев справился, друзья, очень легко. Али Тургуналиева, третья досрочная победа в карьере. Мы его с этим поздравляем. ТКО. Потом снимемся.
Уважаемые дамы и господа, рефери Дмитрий Болдырев остановил поединок на 37-й секунде первого раунда. Победу техническим нокаутом одержал Али Ту!